Что, я не слышу? Быстрее. Они близко. Знаю. Так, хорошо, вперед. Так. У тебя что-то на ноге. Жесть. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Значит, у тебя иммунитет? Марлин так считает. А как тебя укусили? Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Как она там? За нее можешь не волноваться. Тэш. Извините. Не называй. Черт. Что здесь было? Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Ух ты. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли! Джоэл! Я жив. Я обойду завал. Опять они! Тесс! Бегом! Бегом! Черт! Yeah.
порядок. Тесс, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Сюда, пройдем на крышу. Отойди. Наконец-то! Нам туда! Ну вот. Только иди осторожнее, она немного... Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... Вид зашибенный. Идем туда. Эй, соберись.
Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Надо же. Финишная прямая. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят, но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что.